Туркменская компания Акбулут экспортировала 17 тысяч квадратных метров подвесных потолков. Хозяйственное общество Акбулут, являющееся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, в начале июня 2021 года экспортировало в Азербайджан 17 тысяч квадратных метров подвесных потолков. Предприятие в год производит 4 миллиона квадратных метров подвесных потолков, различных типов профилей, а также аксессуаров к ним. Кроме того, Акбулут планирует в будущем экспортировать свою продукцию в Казахстан и Узбекистан. Предприятие недавно успешно прошло международную сертификацию ISO по качеству продукции, менеджменту, правам сотрудников и другим важным показателям. Хозяйственное общество Акбулут в дальнейшем планирует наладить производство умных потолков и стен, используя преимущества последних технологических разработок. Данная система позволит управлять домом или зданием на расстоянии через цифровую систему.